Я очень далек от криптовалют, биткоинов, блокчейн, технологий, децентрализации. Для меня это как интернет 2000-е года. Но за последний год я за эти биткоины столько наслышался новостей, что непременно стало интересно. Все знают, что стоимость биткоина то растет на несколько тысяч долларов в день, то падает, и кто-то да и зарабатывает на этом неплохие деньги. Если вы не хотите во всем разбираться, в принципе, как и я, то могу вам порекомендовать команду Start.com. Она позволяет зарабатывать на современных технологиях, не переводя деньги в саму криптовалюту. Вся подробная информация на сайте. Ссылочку я оставил в описании. Продолжаем тусовать на этом балконе. Какая-то тупая система стони. Пока мы с вами утопали в гашише гидропоне. Продолжали уносить наши судьбы кони. Это охуенная вечеринка, этого не поймать. МС Дони, этого не понять тупым тем, кто к тебе приходит. Мы продолжаем делать фристайл, это трэп. Мы жарим мясо и ломаем вместе хлеб. Мы завариваем сладкий чай. Я ебашу здесь свой рэпак, а ты, йоу, нига, не скучай. Продолжай тусоваться, давай это продолжай. Это наша хип-хап, наша культура. Я продолжаю ебашить обкуренные. Это все по-настоящему. Мы наполняем ваши духовные ящики. Мы продолжаем ебашить взрослые мужчины и молодые мальчики. Продолжай растопыривать свои пальчики. Они очень много значат и продолжали направлять энергии этой культуры. От энергии. Завязывай свои сюжеты. Мы это не напишем на кассету. Я напишу это на киноленту. Пусть снимется про нас кино, это будет красиво. Пусть снимется веретено, это будет игриво. Ты знаешь, мы будем продолжать лупить. Я каждый новый день плыть, каждый новый день бить по мозгам этими своими строками. И никогда не будем убогими. Со мной братцы, у кого-то мех на капюшоне, у кого-то конгол на голове, но мы не пижоны. Мы не пижоны, далеко ты знаешь. Каждый день мы все правильно воспринимаем. Новая тема ложится. Здесь уральские горы, и все так же струится. Я вижу много домов, много вижу рядом, но каждый день я охуеваю. Все собой расклада. Саня, на сучку залетайте. Бля, вот таких фристайлов я точно не представили. Отвечаю. Ну а что? Ну а куда после таких фристайлов? Я уже не представляю. Теперь я люблю фристайл. Мы в городе дыма читаем. Какой здесь смог, хуеваю. В небо белые хвосты. Нам до них не до пизды. Нас болит душа за это. Они же засоряют, сука, нашу планету. И как нам быть с этим, не знаю. Власти охуевают. Мы здесь и хип-хап раздуваем. Сегодня здесь праздник, и мы отдыхаем. Все охуенно. И дальше будет непременно так. Потому что с нами рэп-пак, такой расклад. Это наш кислород, ты не сумасброд. Это наш кислород, ты не сумасброд. Ты знаешь, о чем все мы говорим тут. И о чем кричал этот клуб. В наших темах много грязи. В наших темах много мрази. Много связей, зато у нас. Если не понял. Зато у нас много связей, если ты не понял. Дядьки приезжают отовсюду. Они давно не верят в чудо. Они давно не верят в Иуду. Они верят в Христа. Они верят в то, что происходит. Это неспроста. Это мистер Простак, он же Ануха. Ебашит неплохо с каждым новым вздохом. Ты знаешь, о чем мы кричали на этом причале. Когда мы придем, мы увидим в финале вас. Если вас, может быть.
Если вас, то может быть, не выбивая из себя всю прыть. Оставь хоть немного для пацанов, оставь немного для дворов, оставь немного для казана, оставь немного для меня, оставь это немного, чтобы сила огня, чтоб была мохнатая кепка, чтоб все так и стоял здесь ЖК. Чтобы пацаны стояли на балконе, мы не на притоне, но мы все так же гоним. Наркота — это нормально, пацаны. Наркота — это реально, пацаны. Мы продолжаем делать это так, но без синтетики. И ты знаешь, мы здесь не просто поэтики. Эй, йоу, ман, когда ты говоришь, что наркота — это нормально, это так банально. И это так фристайльно и необдуманно. Блять, может, переместимся в хату, все. Пошли в бэк, а я уже пошли. Тепло, да. Е-е-е, это хип-хап. Пошли в тепло. Если просто приедешь, это хип-хап. Это танкоград. Е-е-е-е-е. Нигер — это танкоград. И мы хуярим здесь, на метле. Е-е-е. Пойдем в дом, холодно здесь, братан, ты не замерз, нет? Мне тепло, хип-хоп, за то, чтобы братцы не замерзали, чтобы глаза не грелись от печали, чтобы пацаны не охуевали, чтобы пацаны все делали так, как они знали. И я в ворах все так же, по дворам хуячим с ганджей. Мы лупим торговцев, они ебаные овцы, они не знают, что нахуй это не надо так-то. Я пойдем туда, братуха, там новая тема, я и там новая бежука. Давай залезем в окно и нахуй погремухи. Давай залезем в окно и нахуй все движут. И оставайся с собой. Лети после... Лети все так же высоко. Продолжай глядеть глубоко. И оставайся с собой. Продолжай лететь высоко, продолжай глядеть глубоко. Ты же знаешь, это все нелегко. И продолжай оставаться собой. Братуха, салют. Серый, Серж, мое почтение. Серж, салют, братуха, ты че на связи? Я. Серж, на связи. Продолжай оставаться со мной. Эй, Казян, хватит тут, не стой, пошли со мной. Там нас ждет народ, ждет супчик, голубчик. Вкусный. Блять, будь добр, как голубь, только не будь голубчиком. Он голубчик и прилегли. Они точно суп с нами не будут. Приятного аппетита! Смотрите, уже еда по тарелкам разлита. Пацаны, ну как оно? Как суп? Это не харчо? А не чё? Не горячо? А чё? Кого? Чё, кого? Кирюха, ты чё, бодренько? Да, я чё-то... Серый, братуха, давай, ждём тебя. Набирай на телефон. Вообще охуенный, прям, да, чё, по кайфу проводим время. Всем большой привет. Наш рэп, новый трек, новый век. Есть одно, а есть другое. После закрытия век. Серый всем пожелал приятного. Я, короче, братка. А где Виталька? Виталька.